Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом омолаживающей маски, которую можно наносить под глаза. Эта маска помогает бороться с мимическими морщинами и гусиными лапками в уголках глаз. А еще эта маска хорошо освежает кожу век и осветляет темные круги и пигментацию. И чтобы сделать маску для кожи под глазами, необходимо взять 1 столовую ложку дрожжей. В эту маску подойдут как сухие, так и живые дрожжи. Далее добавляем сюда 1 столовую ложку натертого на мелкой терке огурца и 1 столовую ложку измельченной петрушки. Тщательно перемешиваем все компоненты, чтобы получилась вот такая вот в меру однородная консистенция. И затем наносим маску толстым слоем на зону под глазами. А для лучшего воздействия маски ее можно закрыть сверху половинками ватного диска. А остатки маски, которые у вас останутся после использования под глазами, вы можете нанести на руки. Только не забудьте, пожалуйста, надеть полиэтиленовые перчатки, чтобы не перепачкать все вокруг. Через 20 минут убираете маску с кожи ватными дисками и умываетесь прохладной водой. А затем наносите на кожу увлажняющий крем. А перед нанесением увлажняющего крема мне нравится протирать кожу под глазами кубиками льда, которые я делаю из отвара петрушки. И делать такую омолаживающую маску нужно 2-3 раза в неделю. Но перед первым применением маски обязательно сделайте тест на аллергическую реакцию на сгибе локтя.